Актуальные проблемы строительного комплекса обсудили в рамках еженедельного совещания в администрации Щелковского района. Одними из основных вопросов стали возведение пристройки к школе номер 16 и теплоснабжение ЖК «Восточная Европа». На совещании глава Щелковского района Алексей Валов отметил, что по многим вопросам, прозвучавшим на стройчасе, наблюдается положительная динамика. Так, на встрече обсудили ситуацию с главными долгостроями города Щелково, отелем и домом на набережной. В данный момент найден инвестор, который готов выкупить объекты у банка «Открытие». В ближайшее время будет проведена строительная экспертиза. В течение, я думаю, 2 недель с представителем банка мы проведем обследование с специалистами, и они подготовят отчет. После этого, уже видя, какие надо внести затраты на что-то устранение или внесение изменений. И здание отеля будет перепрофилировано под жилье. Уважаемые коллеги, которые хотят выкупить это у банка, получают кредит в Сбербанке. После этого они выходят на сделку и выкупают, потом достраивают, соответственно. Представитель компании, ведущий строительство ЖК «Центральный», рассказал о планах по возведению пристройки к школе номер 16. Новый корпус будет рассчитан на 500 ребят и должен сократить количество обучающихся во вторую смену. Получилось так, что по дополнительному соглашению сдвинулись сроки, и проектирование начнется в 2019 году. Вот эксплуатация за сторон. Немало острых вопросов касаются строительства ЖК «Восточная Европа», расположенного в деревне Большие Жеребцы. В данный момент основной задачей, стоящей перед застройщиком, является подключение газоснабжения. Разработана дорожная карта, согласно которой к отопительному сезону котельная жилкомплекса должна быть полностью готова. «Восточная Европа, я уверен, что выполнит поставленные задачи, соответственно, газифицирует котельную, что позволит нам подать ресурс на дома и получить заключение соответствия и вести их в эксплуатацию. В середине августа, я уверен, что будет гарантированно все же подключено и запущено». Также затронули вопрос водоснабжения жилого комплекса «Восточная Европа». Качество ресурса не первый раз вызывает нарекания у жителей. Экспертиза поручена Щелковскому межрайонному водоканалу. «Они сегодня берут нам на квартирных домах и на ВЗУ. Сегодня после обеда, ближе к 17:00, лабораторные исследования будут у вас». Обсудили на совещании ход строительства ЖК «Горизонт», расположенного в микрорайоне Чкаловский. «Корпус ВМ мы закончили, 2 дня осталось. Ну, я имею в виду внутренние инженерные системы, там отопление, холодная, горячая вода. Корпус будет по плану делать, а вот корпуса только остается вот по отоплению». «Каждый день мне докладывают в соцсетях о том, сколько рабочих, какой объем работы выполнен, держим на контроле, вот субботу выезжаем, чтобы уже воочию увидеть то, что они сделали за прошедший месяц». Александра Гранич, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».